Всем привет, с вами Тусимилок, сегодня продолжает проходить Майнкрафт на России 1.20.4. Это у нас вишневое похождение. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как достроили этот дом. В этой серии мы будем, получается, стать вот здесь вот с двух сторон лестницы. Получается, нам сначала нужно палки для этих лестниц. Получается, сейчас мы сделаем вот так. О, да, что-то я как-то быстро начал говорить. Уже приветствие прошло, я сразу после него это начал, получается, говорить. Ладно, сейчас, естественно, не об этом. Сейчас нам надо дорубить некоторые деревья. Скорее всего, не дорубить, а просто начать рубить. Да. В общем-то, как-то так. Здесь вот у нас просто листва, все понятно. Вот здесь получается дальше все листва. Ага, хорошо. Так, нет, это просто листва. В общем-то, сейчас мы берем, делаем вот таким вот образом. Окей, делаем, получается, как-то так. И вот так, и вот так, получается, каким-то вот таким вот образом. Все хорошо, получается, сейчас делаем вот так. И, в общем-то, дальше мы берем и делаем вот так. Все хорошо, получается, у нас уже есть 20 вишневых бревен. Так, все отлично. Да, почти стак. В общем-то, сколько? О, пипец, у меня уже почти 2 стака палок. Не знаю, зачем я так много скрафтил, но да ладно, я думаю, то, что на всякий случай можно скрафтить, я думаю. Ладно, сейчас это самое. Что делаем? Получается, заходим в верстак. Здесь у нас нет, но скорее всего... А, не, погоди. Есть. Есть, оказывается, смотри. В общем-то, как-то так это все делается. Сейчас мы это... Скрафтим несколько лестниц. В общем-то, 12 штук. Все, хорошо, отлично. Я думаю, то, что столько хватит. В общем-то, делаем вот здесь вот с одной стороны... И здесь с другой стороны. Все хорошо. У нас, получается, есть такая вот двухсторонняя лестница. И, ё-моё, здесь как-то слишком темно. Еще здесь до сих пор земля стоит. Так, нет, не то. Вот это вот мы все убираем. Получается, сюда вот ставим факел. Сюда ставим факел. Куда еще поставить факел? Скорее всего, я не знаю, где, если честно. Можно куда-то сюда поставить, в принципе, да? Так, я, пожалуй, вот это вот подключу. Все, нормально. Да, отлично. В общем-то, мне больше ничего не стало отсвечивать. Я, если что, лампу над своим столом отключил. И вроде как в этот раз выглядит все нормально, да? Очень хорошо. Получается, у нас здесь 41 земля. Хорошо. Здесь давайте-ка застакаем, застакаем булыжник. В общем-то, и здесь мы, получается, скорее всего, будем расставлять сундуки. Да, нам придется еще добыть, получается... Вишню, да, вот такие вот дела. Ладно, сейчас мы, естественно, это пойдем делать. Давайте вот эту вот вишню срубим. Вот эту вот вишню срубим, все хорошо. Окей, сейчас берем и делаем вот так. Все, отлично, мы с вами забрались. В общем-то, сейчас делаем вот таким вот образом. Хорошо, в общем-то, сейчас берем вот сюда. Все хорошо, отлично. Сейчас, получается, делаем вот таким вот образом. И получается... Так, это было последнее. Все хорошо. Получается, вот здесь вот осталось нам вишню срубить. Так, нет, вот здесь вот еще. Это все, да? Так, я могу здесь дотянуться, да? Я могу здесь дотянуться. Это звучит как очень хорошая вишня. Ладно, сейчас получается... Это самое... Не, здесь уже слишком далеко. Да, здесь, как обычно, слишком далеко. Ладно, тогда сейчас опять мы срубим вот эту вот штуку. Уже какой раз. Ну и, в общем-то, как-то делаем вот так. Все хорошо, получается, делаем вот таким вот образом. И, получается, здесь вот это все рубим. Окей, получается, мы это все срубили. Так. Окей, здесь у нас вишни практически не осталось. Здесь, получается, вишню мы создаем. Окей. Получается, у нас получится где-то 8 сундуков, но нам, скорее всего, будет... Нужно гораздо больше. Окей, ладно, здесь у нас сундуков нет. Нет, здесь у нас сундуков как таковых нету. Тогда давайте сейчас вот здесь вот листать. И это самое... Получается, вот здесь вот буква F должна находиться, да? Окей, если что знаю. В общем-то, сейчас получается мы... так. Вот сундук мы сейчас... Вот сюда на F нажмем, все хорошо. Получается, мы сейчас делаем вот таким вот образом. И, получается, создаем 12 целых сундуков. Я думаю, то, что нам такого должно хватить. Должно хватить. В общем-то, получается, где-то так вот расставляем. Получается, нам нужно
Вот. Ну, в принципе, на первый ряд хватило. Меня это радует. В общем-то, мы, естественно, все это распределим по родам, по оружию, доспехам, инструментам. Получается, по огромному количеству кирок, по огромному количеству лопат. Да, вот как-то так. Получается, каким-то вот таким вот образом. Окей, мы можем сделать только вишню. Так, ладно, сейчас не об этом, естественно. Получается, что делаем дальше? Здесь у нас 52. Окей, ладно. Здесь у нас все остальное. И да, нам еще нужно место для того, чтобы это... Получается, нам нужно подвал еще сделать, да? Да, получается, что нам, скорее всего, придется еще и подвал делать, создавать. Давайте вот здесь вот подрубим. И вот здесь вот делаем то же самое. Все, хорошо. Получается, лопата. Вот здесь, в принципе, можно две лопаты вот таким вот образом взять. Все, и просто начать копать. У меня как раз-таки есть с собой этот... лестница, поэтому будет не проблема это все делать. Вообще-то сейчас мы докопаемся до той дырки, которую мы раскопали. Вот, все, отлично, нашли. И сейчас, получается, будем дальше это все раскапывать. Под каким углом? В общем-то, делаем вот таким вот образом. Это все? Да, это все, отлично. Получается, здесь мы это все закрываем. И, получается, делаем то же самое с другой стороны. Так, вот здесь получается у нас земля. Все хорошо. Получается, делаем вот таким вот образом. Выкапываем это все. И да, у нас, я думаю, то, что будет хорошее место для этого всего. Точно так же, как и в темных двух похождениях. Меня это радует, естественно. Сейчас, получается, мы сюда вот, получается, это все делаем, создаем. Окей, вот здесь, получается, нужно вот этот слой, получается, выкопать. Все хорошо. Получается, этот слой мы сейчас выкопаем. И, в общем-то... Вот как-то так. Здесь у нас просто земля, да? Да, здесь у нас уже просто начинается земля. Окей. Сейчас получается вот здесь, здесь и здесь. Так, хорошо. Окей. Вот таким вот образом мы, получается, все это выкапываем и как раз таки добываем как можно больше булыжника. Меня это радует. И да, кстати, я это здесь нашел кое-какую интересную находку на мини-карте. Сейчас я вам ее покажу, естественно. Получается, только выкопаю вот этот камень, который здесь лежит. Все хорошо. Вроде как выкопал. Все. Теперь получается, что я хотел сделать. Так, социальные взаимодействия. Че? Что я нажимал? Так, ну ладно, это не важно. Главное то, что я вообще не на то нажимал. Вот, все, отлично. В общем-то, если мы здесь представим карту, то мы найдем, знаете что? Мы найдем лаву, лавовое озеро, если быть точнее. Давайте сделаем каким-то таким образом сейчас. Здесь земля. Да, здесь просто земля, окей. Хорошо, тогда давайте просто камень. Чё? Камень, камень, камень. Это не камень. Это не камень. Странно, ладно. Окей, ладно, уже что-то как-то это самое. А я ж могу, типа, просто вот так вот на Б кликнуть и... Так, нет, я, по-моему, на N нажимал. Да, как раз-таки создам, получается, этот... Сейчас возьму. В общем-то, беру и создаем endpoint ла... Во... Нет. Это... Ла... Во... Где-то... ВВ озеро, во. В, боже. Я не могу. Лавовое озеро сейчас это самое. Это буква В опять. Нет, скорее всего, придется ненадолго свет включить. Конечно, у меня будет вот здесь вот в этом сам, получается, отражаться как-то. Но зато я могу нормально, получается, это сделать. Ладно. Давайте ла... Во-во-е. О-зе-о-зе-ро. Все, отлично. Лавовое озеро есть. Да. Я был прав. Я действительно вейнпоинт создал именно здесь. В общем-то... Эй, что сейчас было? Какой погребен? Блин, дурацкие лаги! Ну это же нечестно. Стой, 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 стой. Погоди. Это нечестно. Блин, погоди, так мне реально залагало? Это не просто так у меня 100 этих отнялось?
Не знал, блин. А ну-ка выкапывайся, давай. А здесь же еще темно, пипец. Я здесь что-то увижу или нет? Ура, увижу. Так, здесь у нас какая-то земля странная находится. Я же все, надеюсь, подобрал. Нет, я еще булыжник где-то там не подобрал. Или я это сделал где-то в другом месте, я что-то понять не могу. Либо у меня это все над землей типа появилось как-то. Я вообще сейчас ничего понять не могу. Это как вообще произошло? Типа у меня какой-то баг произошел? Офигеть. Нежданчик. Ладно. Сейчас мы... Так, все, отлично. Нет, мы потом туда телепортируемся. А, нет, точно, мы не телепортируемся. Нифига. В общем-то, это самое... Я куда-то... Не вниз, что ли, нажимаю? Боже, все, наконец-то. В общем-то, здесь мы, получается, ложимся спать. И я думаю, то, что наконец-то мы сможем это все сделать... Вот что у меня какой-то пипец, какой-то баг произошел. Типа, я думал, ну, возможно, там просто камень из-за того, что это самое. Оказывается, нет, прикинь. Да уж. В общем-то, сейчас мы, скорее всего, это самое сделаем вот каким-то таким образом. Сейчас попытаюсь это самое подняться и получается, что сделать дальше. Эй. Так, это не то. Получается, на одном больше. Изменить. Получается, ТЗ. Получается, вот здесь вот я, скорее всего, поменяю на... Где у меня кнопка стирания всего? А, здесь... Так, нет, погоди. Опять потерял. В общем-то, наконец-то. Сейчас, получается, будем поочередно подбирать. По крайней мере, я не хочу страдать. В общем-то, сейчас мы, надеюсь, это самое. Так, здесь метка стоит? Не, не здесь метка стоит. Она просто стоит немного выше. Где? Все, отлично. Получается, изменить. В смысле, я не изменил нифига. Вот здесь вот у нас. А, я опять потерял. Сейчас, ну, возможно, этот. Вот, все, наконец. В смысле? А, нет, я все-таки на что-то другое нажимал. Я уже подумал. Так, ладно, 90, получается, сохранить. Закрыть. Не, ну здесь уже все нормально. Да? Здесь у нас какая высота. Блин, я еще тысячи лет буду смотреть, какая высота. Все, отлично, я, получается, смог это все сделать. А, 80-е. Ровно 80-е. Получается, каким-то таким образом. В общем-то, изменить. Здесь, получается... Эй! Блин, как же меня сейчас плохо слышно. Все, надеюсь, вы сейчас слышали, как я здесь орал. Как же это все долго и муторно. Вот, все отлично. Получается, сохранить. Закрыть. Все. Теперь здесь это все находится. Так. Вот здесь, получается, мы. Да быстрее ты все это сделай, а? Здесь у нас с другой стороны ничего нет. Ну, разве что здесь что-то есть. Окей, ну она все равно потом загорится. Ну да, и прям как я думал. Давайте попытаемся телепортироваться. Телепорт. Да, все, отлично. Боже, как же это долго было, если еще учесть тот факт, что это самое. Самое то. Да. Окей, ладно. Я могу, в принципе. Давайте здесь подберем лаву все-таки. Окей. Получается, подбираем. Так, новые достижения. Горячая штучка. Окей. Ведро лавы. Майнкрафт, лава, бакет. Окей. Буду знать. В общем-то, здесь у нас, как обычно, все горит. Ну и ладно.
В принципе, я могу это как-то пережить. Отмена. Дом. В общем-то, сейчас сделаем вот каким-то таким образом. У меня появилась гениальная идея. Просто наигениальнейшая идея. Сейчас мы возьмем, здесь все это раскопаем. Для того, чтобы здесь ничего у нас не подгорело от лавы. Вообще нифига не подгорело. В общем-то, сейчас это все мы сломаем. Сломаем, все хорошо. Получается, здесь мы берем и разламываем несколько штучек. Боже, я еле это выговорил. Что вот здесь, получается, разламываем несколько штучек. Вот это вот всего. Блин, несколько земли раскапываем. Боже, наконец-то я все это нормально выговорил. В общем-то, сохранить. И теперь что делаем? Получается, телепортируемся на лаву. Озеро... А, нет, погоди. Сначала мы телепортируемся на вот эти вот координаты. Получается, лавовое озеро. Получается, отмена. В общем-то, вот сюда телепортируемся. Получается, и повторяем такую процедуру примерно несколько раз. Да. В общем-то, как-то так. Это у нас все происходит. В общем-то, лавовое озеро. В общем-то, потом сюда это все разливаем. Получается, опять на лавовое озеро телепортируемся. Получается, сейчас отсюда берем. Потом снова телепортируемся на эти координаты. И да, это будет очень долго. Но это того стоит. Это того стоит. И мы сейчас, получается, все это зальем. Окей, сейчас получается это. Лавовое озеро. Зеленые координаты. Странно. А, нет, все нормально. В общем-то. Где? Отмена, в общем-то. Сейчас, получается, снова на лавовое озеро телепортируемся. Все хорошо. Получается, это самое. Лавовое озеро. Вот это вот все, получается, делаем, создаем. И, в общем-то, делаем таким каким-то образом. Да. Нет, не то. Лавовое озеро, получается. Здесь делаем примерно то же самое. И, в общем-то, примерно таким вот каким-то образом мы сюда это все разливаем, переливаем, отливаем. И да, почти немного осталось. Это очень хорошо. Что я сделал? Так, не, я ничего не сделал, хорошо. Здесь получается это самое. Снова телепортируемся на эти координаты. И да, нам осталось повторить такую процедуру всего 30 раз. В общем-то, телепорт. Получается, вот здесь. Потом зеленые координаты. В общем-то, зеленые координаты. Так, лавовое озеро. В общем-то, сейчас я думаю, то, что мы... У нас получится это все сделать. Так, зеленые координаты. А, нет, все правильно. Все правильно закрыть. В общем-то, здесь, получается, делаем таким вот образом. Отмена. Сейчас, получается, на зеленые координаты. А, нет, не, погоди. Сначала на лавовое озеро, потом снова на зеленые координаты. Все хорошо. Где зеленые координаты? Зеленые координаты вот здесь. Все хорошо. Отлично. В общем-то, все хорошо. У нас теперь есть что-то типа лавового источника. Вот здесь, правда, еще нужно все вот здесь вот расчехлить. И все. И можно, в принципе, это чем-то пока что закрыть. Да, но этим мы займемся когда-нибудь уже в другой раз. Возможно, даже сейчас в следующей серии. Думаю, то, что довольно достаточное количество времени прошло. Ладно, что ж, на этом я, скорее всего, буду заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Тестимил. Всем пока!